Сегодня в Беларуси вводятся безотзывные вклады. Это предусмотрено декретом президента номер 7. С 1 апреля, если деньги пролежали на рублевом депозите менее года или на валютном меньше двух, придется уплатить налог 13% с полученных процентов. Об этом сегодня заявили на брифинге в Нацбанке. Целью нового декрета назвали стимулирование так называемых долгих денег и сокращение количества горячих вкладов. По оценке Нацбанка, уровень ставок по безотзывным депозитам будет примерно до 30%. Для населения будет предложен механизм, при котором население может получать более высокий доход по сравнению, например, с вкладами, которые отзывные. Хотя нормами декрета предусмотрено в отдельных случаях согласие вкладополучателя, то есть банка, предусмотрена возможность досрочного расторжение даже безотзывного вклада. Условия по уже действующим депозитам меняться не будут до истечения срока действия договора, однако проценты по ним могут снизиться.